Футболисты из Петербурга – победители спартакиады учащихся по футболу. Большой спортивный праздник длился в Кировске 5 дней. На финальном матче побывала наша съемочная группа. На поле в белых майках футболисты из Санкт-Петербурга, в сиреневых ребята из Республики Карелия. Они вышли в финал. Впереди 2 тайма по 35 минут. С первых мгновений петерчане активно наседают на ворота соперника, и это неудивительно. Практически все игры спартакиады они выигрывали с явным преимуществом. Противостоять питерцам непросто. Но футболисты из Карелии это делают. Прерывают атаки, отбирают мячи. Итог первого тайма 0-0. И только в середине второго, в один из моментов, судья назначает угловой. И гости из северной столицы открывают счет. Этот гол стал единственным в финале. Далее снова обе команды либо уходили в глухую оборону, либо изредка атаковали ворота соперника. После финального свистка мы встретились с автором единственного гола, капитаном команды из Санкт-Петербурга Игорем Козловым. Там был момент, получается, Захар прорвался по флангу, поставили угловой, была подача, мяч черканули немного, и я сыграл на дальний один. Турнир проходил в горах, очень свежий воздух, приятно играть, поле тоже хорошее, все понравилось. После матча состоялась церемония награждения. Первое место у ребят из Санкт-Петербурга, серебро у футболистов из Карелии и бронза у Калининградской области. Кубки и награды ребятам вручил глава администрации Кировска Юрий Кузин. Кировск – современный спортивный город. Очень много делается для того, чтобы дети, взрослые имели возможность регулярно заниматься физкультурой и спортом. Кировск – открытый город, Кировск ориентированный на развитие футбола. Всем успехов, спасибо за участие. Команда победителей отправится на финал спартакиады учащихся, который состоится в Саранске.